гости, мы рады приветствовать вас в эту летнюю день церемонии награждения почетной медалью за защиту российского бизнеса. Сегодня также многим из вас будут вручены благодарственные письма от Общественной палаты Российской Федерации и Московской ассоциации предпринимателей. Также дипломы за активную гражданскую позицию в оказании помощи предпринимателям во время распространения коронавирусной инфекции.